То есть он якобы пост держит, якобы он пост держит. Желудок у него пустой. Но помимо этого он лежит слева и говорит. Значит, действие неправильно делает, джахд невежество делает. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, никакой нужды нет у Аллаха от такого поста, что он только оставляет таамаху, еду оставлял, питье оставлял, а помимо этого мясо людей приятно кушает. Мясо людей приятно кушает. Особенно, когда мясо ученых он кушает. Я раньше вам говорил, ученые говорят, что «люхуму л'улама и масмума». Осторожно, баракаллаху фикум, особенно талибу л'ильм. За спиной ученых ислам разговаривает осторожно. За ученых говорит, если за простых людей разговаривает, это гайбат. А за ученых ислам, которые они являются наследниками пророка, еще хуже будут, баракаллаху фикум. Мясо ученых ядовитый бывает, тот, кто кушает, умрет. Погибает, иншаллах, посмотрите в этой жизни, иншаллах, Аллах субхану ва тааля покажет. Немного в этой короткой жизни, много людей видели, которые за спиной ученых разговаривали, как они умерли. Как Аллах субхану ва тааля их наказал. Какое наказание они получали, баракаллаху фикум. Понимаете? А тот, кто просто питается попробовать, посмотрим, кто его шейх, посмотрим, это что за шейх, он небольшой шейх, ну, по-своему там не кушает, но он нюхает. Ученые говорят, что тот, кто нюхает, он болеет. У него переходит какая-то страшная болезнь. Понимаете? Баракаллаху фикум.